Редкость для последнего времени. Попадание болгарки в финал. Денис, ты немножко перепутал, но это белорусская. О, господи. Любовь Черкашина. Да. Но это просительно, потому что показывают титры очень быстро, и флаг не успеваешь разглядеть. А это что за цепная реакция такая, когда три подряд гимнастки начинают с ошибки? Бывает такое. У нас даже смешные были моменты, но что-то уронило. Давай я попробую пойти закрыть эту невезучую, как говорится, струю. Но бывает. Вот, смотри. Люба разбросалась тоже предметами. Булава как-то сегодня невезучая для девочек. Хотя Люба Черкашина отличается стабильными выступлениями. Такой крепкий орешек. Недовольным выступлением. Был дан шанс выступить, и сразу с потерей вышло. У тебя первый выход в отдельных видах. Поддаются ли такие ошибки анализу? Вот, мол, получилось это, потому что... Потому что нужно